зустрічі. Програма про україно-єврейські взаємини. Ви слухаєте програму «Зустрічі» на громадському радіо. Мене звати Ліза Цереграцька. 9 серпня Україна відзначає День корінних народів світу. В Україні корінними народами є кримці, кримчаки та караїми. Сьогодні ми говоритимемо про караїмів. Вони проживають на території Кримського півострова з 13 століття, визнають Тору. Згідно з переписом населення 2001 року, в Україні налічувалось 1196 караїмів. Більшість представників корінних народів проживає на території Кримського півострова, решта ж у містах Галичини, Волині, Слобожанщини та Приазов'я. Моїм співрозмовником у цій темі є Газан Авраам Кефелі, викладач комп'ютерної музики, теорії, фортепіано, аранжування і композиції, живе в Ізраїлі, родом з Сімферополя, караїм. Я, власне, хочу почати нашу розмову з запитання, яке може дещо вас заскочити і здатися аж надто прозаїчним і звичайним, але мені здається, що для нашої аудиторії воно помічне для того, щоб розкрити вас як героя і зрозуміти, чому саме з вами ми сьогодні говоримо. Ви є караїмом, і ви народилися в Криму. Розкажіть, будь ласка, про свої спогади, як ви взагалі пригадуєте своє дитинство? Я родився у сім'ї караїмської. Я родився в караїмській сім'ї в Криму. І моя бабушка була і бабушка, і дідушка. Ну, дідушку я не можу пам'ятати, тому що він в 44-му році пропав без вісті на Великій Отечественній війні. Вот, так що бабушка, вона виховувала троїх дочерей одна. И у нее было три дочери. Старшая зовут Ирина Иосифовна, звали, да? Средняя дочь – это моя, Анна Иосифовна, моя мама. И младшая дочь Вера Иосифовна – это младшая дочь. Старшая и младшая дочь, они вышли замуж за караима Ферус, да, по фамилии Ферус. Они были родственниками, ну, вот как бы дальними родственниками. Вот, так что мои двоюродные братья и сестры, они чистокровные караимы. Вот, но моя мама ей не посчастила в этом смысле, поэтому она, ну, она как бы до 33 можно сказать, лет была не замужем. Потом она вышла замуж и развелась. Вот, так что я родился, можно сказать, в караимской семье. Меня растила бабушка и мама. Вот, ну, бабушка, конечно, больше всего придерживалась. Она постилась на Йом-Кипур, делала специальные лепешки. Это пресный хлеб, называется матча, на Песах. Вот, и в общем-то, более, как бы она более была такая... более крепкая караимка, да. Ну, мама, она как бы более уже новое поколение, которое воспитывалось в Советском Союзе и на советских идеалах, поэтому ее как бы меньше это все интересовало. Вот, ну, можно сказать, что я впитал больше от бабушки и, может, даже в какой-то степени от семей своих тети двоих, которые как я уже говорил, были чистокровные семьи караимские. Вот. И что я могу сказать? Я родился в Симферополе. Симферополь был... Ну, он как бы остается Украиной как бы для меня, да? Ну, официально был УССР, то есть Украинская Социалистическая Республика в составе СССР. Вот. Ну, я изучал, естественно, в школе изучал также украинский язык, начиная с помощи 4 класса или что-то в этом духе. Украинскую литературу, украинский язык. Леся Украинка, Тарас Шевченко. Вот. Ну, я не владею разговорным украинским языком, но я хорошо понимаю, я слушаю украинские... Все то, что сейчас делается на Украине, все я слушаю на украинском и без всяких проблем все понимаю. Вот. Ну, нужно сказать, что я, значит, в 6 лет пошел в школу, и пошел в музыкальную школу также в 6 лет. То есть я параллельно учился в музыкальной школе и в общеобразовательной школе. Как до Симферополя, это 8-я
средняя школа номер 8 и музыкальная школа номер 3. Вот так. Ну, в общем, я проучился в Симферополе до 16 лет, закончил 10-летку. И в 7 классе закончил музыкальную школу. И начал определяться как бы сам для себя. И, ну, во-первых, я решил, что я все-таки буду продолжать караимскую традицию, с одной стороны. С другой стороны, решил для себя вопрос относительно моего образования, то есть решил быть музыкантом. Вот, и начал готовиться к поступлению в музыкальное училище. Поступил в музыкальное училище в Минске. Почему в Минске? Потому что в Симферополе не было эстрадного отделения. Мне хотелось поступить на эстрадное отделение. Вот, и поэтому я поступил в Минское училище. Там я проучился год заочно и потом год очно. И перевелся, в конце концов, в Ростов-на-Дону, поскольку у меня был преподаватель, который заканчивал как раз в Ростове-на-Дону консерваторию. И, значит, он уезжал в Израиль, с другой стороны. И, значит, он мне порекомендовал туда переехать, поскольку в Ростове была очень сильная джазовая школа. Вот она и есть там, самая сильная, наверное, в России джазовая школа. И на третий курс я уже перевелся в училище в Ростов-на-Дону. В Ростове-на-Дону я закончил уже училище, то 4 года, 2 года я дополнительно учился в Ростове-на-Дону. И там же, в Ростове-на-Дону, я поступил в консерваторию в 92-м году. Училище я поступил в 88-м, забыл сказать, да, и в консерваторию, Ростовскую государственную консерваторию, я поступил в 1992 году. Что касается моей наклонности как композитора, то есть я еще поступил, когда в консерваторию, я поступил на 2 факультета, и на джазовый факультет, и на композиторский факультет, то есть я по специальности композитор и джазовый пианист. Я начал интересоваться народной музыкой караимской, будучи еще в училище. Значит, еще когда учился в Минске на 2-м курсе, то я совершил такое путешествие в Тракай. Из Минска на электричке, ходила электричка из Минска в Тракай. Ну, довольно-таки долго, но там надо было в 6 часов утра сесть, чтобы там в 11 утра, по-моему, приехать или в 12 приехать в Вильнюс. Вот, оттуда я доехал до Тракая, и в Тракае начал искать того, кто знает еще музыкальный фольклор караимский. Вот, ну, записал там несколько песен. Вот, это был мой, как бы, первый багаж музыкальный. И затем я, как бы, его начал развивать, начал больше искать носители музыкальные, культуры караимской. Следующие мои поездки уже были творческие, были в Крыму. Значит, там я ездил в Ялту. Там такая была носительница музыкальной культуры Ева Яковлевна Бараш в Ялте. Затем я поехал в Евпаторию. В Евпатории была очень хорошая караимская певица Раиса Лазаревна Чельтек. Вот я от нее начал записывать много очень караимских песен именно в крымско-караимской традиции, поскольку традиция и музыкальная, и языковая у караимов, она отлична от тракайских караимов. Ну, вообще существует 3 диалекта. Один диалект – это крымский диалект, он больше близок к крымско-татарскому языку и больше большое влияние турецкого языка, поскольку Крым был до конца 18 века в Крымском ханстве, а Крымское ханство было частью Османской империи, то было очень сильное влияние и турецкого, и османского языка. Затем есть второй диалект, это тракайский диалект, это западный диалект, поскольку караимы переселились в Литву еще в 14 веке, то они сохранили более старый кыпчакский такой диалект, и он у них сохранился по сей день. И есть еще третий диалект, это галицкий. Галицкий – это западная Украина, галицко-луцкий диалект. Да? То есть там тоже были караимы, начиная с 13 века. Их туда перевез Данила,
значит, в 13 веке при хане Батыя. Данила, у Данила был заключен договор с ханом Батыем, и в рамках этого договора или в плане экономического расширения связи туда переселились первые карэмы еще в 13 веке. И вот эти вот два диалекта, галицко-луцкий и тракайский, они считаются более чистыми караимскими диалектами, более древними. Я и владею этими тремя диалектами, которые я изучал самостоятельно. Есть такие учебники по грамматике караимского языка Ольги Яковлевны Прик. Это было издано в Махачкале в 70-е годы прошлого столетия, да, 20-го уже. И, значит, есть Мусаева, грамматика караимского языка тракайского и галицко-луцкого диалекта. Было два издания. Одно, первое было более краткое, второе было более расширенное издание этой грамматики. То есть я изучал, в принципе, по грамматике. Ну, потом уже, когда я начал заниматься всерьез песнями, переводить песни, то, естественно, что я уже как бы более близко, то есть уже и на слуху этот был язык, то есть как бы теоретически-то я-то его уже выучил, но важно было еще на слух, как это все фонетически звучит. Вот, и, значит, я это все собирал, записывал. В конце концов, я закончил консерваторию в 97 году и поступил в аспирантуру там же, при Ростовской государственной консерватории есть также аспирантура. Ну, я должен отметить, что вот та бабушка, которую я в Евпатории собирал песни, у нее была внучка, да, Татьяна. Ким вона вам приходиться? Чи вона не родичка? Нет, она мне не родственница, но она стала моей родственницей после того, как я на ней женился. Це зрозуміло, так. Я просто подумала, що ви зараз говорите про свою кузину, про двоюрідну сестру, але окей, да, дякую. Так, ну і, значить, в 97-му году я поступив в аспірантуру в Ростовській консерваторії на композиторський факультет, який я закінчив впоследствии в кінці 2002 года. Уже будучи в Израиле. То есть, как бы я поступил в аспирантуру, проучился там 2 года. В 99-м я сделал алию в Израиль вместе со своей семьей. Ну, тут я должен отметить, что моя жена Татьяна Кефили, да, она взяла мою фамилию. Она была еще до того, как мы с ней познакомились, она была председателем Киевского караимского общества. То есть она родилась в Киеве. У нее бабушка евпаторийская, Раиса Лазаревна Шпаковская. Она родилась в Киеве, была до тех пор, как мы, собственно говоря, уехали в 99-м году. Она была председателем караимского общества в Киеве. Вот. Ну, она была на связи с разными другими национальными обществами, которые были там, их собирали в Центре Дружбы, по-моему, такой был. Вот. И как бы я был в Киеве много времени в связи со всем этим. Как бы наезжал из Ростова, между Киевом и Ростовом как бы крутился. И после окончания консерватории я уже переехал в Киев. И 2 года прожил уже как бы все время в Киеве. Я преподавал в Киеве в музыкальной школе и в музыкальном училище Глера. Повертаємось до програми «Зустрічі на громадському радіо». Мене звати Ліза Цереграцька, і сьогодні моїм співрозмовником є Газан Аврам Кефілі, викладач комп'ютерної музики, теорії, фортепіано, аранжування і композиції. Мешкає в Ізраїлі, родом із Сімферополя, є караїмом. Пане Авраме, ви в першій частині нашої розмови дуже круто і хронологічно розповіли про своє життя. Мені здається, що це є важливим, тому що дає розуміння нашій аудиторії, нашим слухачам і слухачкам про оці часові рамки, про які йдеться. І тому я хочу ще кілька таких запитань поставити, які внесуть певне розуміння того, як саме і завдяки чому формувались ви таким, яким є зараз. Тому що я розумію, що
в юнацтві, в дитинстві таке поняття, як ідентичність, воно не присутнє в дитячих головах, і це нормально, але все одно ви говорите про те, що ви в певний момент вирішили і відчували себе караїмом, що ви почали досліджувати і музику, і мову, ви знаєте три діалекти караїмських. Що було поштовхом до того? Ви були в такій спільноті, це через ваших тіток, з якими ви спілкувалися, можливо, ваша бабуся, чи ви були в такій спільноті. Пригадуєте ось той момент, коли ви взагалі почали відчувати себе саме караїмом? Ну, як би толчком от к такому іменно самосознанню себе як караїмом, я, мабуть, ощутив, ну, коли умерла моя бабушка, от це був би, як би, послужив толчком, вона умерла в 86-му году, мені було тоді 14 років, вот. Но это как бы послужило толчком, я считаю, как для себя. То есть, ну, до этого я был обычным советским школьником. Ну, конечно, я получал тумаков за то, что я караим в школе. То есть, меня били. То есть, то обзывали татарином, то обзывали евреем. То есть, мне там нарисовали на портфеле шестиконечную звезду, которую нельзя было ничем стереть, и я там с ней ходил по всем, по троллейбусам и тому подобное. Вот, то есть получал я, конечно, в школе за... Может быть, это тоже как меня подтолкнуло, потому что как бы какое-то действие насилия, собственно, на ребенка, то как бы есть против этого. То есть как бы когда Путин наступает на Украину, то есть действия против Путина. То Украина как бы обороняется. То есть в этом смысле, возможно, тоже меня закалили как бы с детства, чтобы я потом выбрал именно караимский путь, как сам для себя, и в плане религии, и в плане языка. И, наверное, вот это вот и послужило, два этих фактора. Я можу лише уявляти собі, наскільки це складно в дитинстві ось ці моменти проходити, хоча я чула щось подібне і від Хремли, від кримських татар в школі, що такий тиск був з боку там росіян, українців часом, на жаль. Словом, ми знаємо, чули всі ці історії, але я ще хочу запитати вас, наскільки процес оцього дослідження і пізнавання культури, традицій, наскільки він був для вас легким або навпаки складним? Наскільки було важко знаходити ці джерела, знаходити те, щоб дізнаватися більше про свою культуру, про свою релігію, про свою ідентичність? Чи з цим проблем взагалі не було? Було трудно в це время, в кінці 80-х, початку 90-х, возвращатися от караїмської релігії, ізучати. Особенно караимской религии. То есть после вот этих вот 70 лет просто пропасти, которая была для караимской религии советская власть, как бы все надо было начинать с нуля, как бы. Но это как бы не только меня касается, была караимская религиозная община, она и сейчас как бы есть в Евпатории, да, в Евпатории. И как бы совместно с Виктором Захаровичем Тирьяки, да, который был как бы у основ этой караимской общины. Что-то мы начали вместе с ним изучать также Лишон Кодиш, это древнееврейский язык. А для караимов важно знать также древнееврейский язык. Это язык Библии, первоначальный язык Библии, Танаха, поскольку для каждого караима является одним из догматов, 10 догматов. Шестой догмат говорит о том, что каждый караим должен знать язык Библии, чтобы понимать его. Имеется в виду древнееврейский язык, на котором была написана Библия, поскольку любой другой перевод на любой другой язык, он не может передать всех тонкостей оригинала, и поэтому очень часто, особенно вот в христианских переводах, я вижу, как насколько христианская идеология, она изменяет оригинал текста и как бы его приспосабливает к христианским догмам. Поскольку я изучал не только Библию, Танах, и начал изучать также трактаты наших караимских ученых, то есть я уже как бы вдавался и как бы и глубже и в сам перевод, и в сам оригинал текста Библии, и в то, как комментировали этот оригинал
карымские вероучителя. Ну, скажу так, что до того, как была революция в 17 году, карымская религия, она все-таки зиждилась, была на территории царской России около 30 храмов караимских киназ. Ну, после 17 года, ну, постепенно, да, ближе к, там, к 30-м, к 20-м годам, в течение 20-х годов почти все караимские кинасы, они были ликвидированы, национализированы, и это, в принципе, начался упадок из-за этого, и карымской религии все было закрыто, все, значит, деятели, которые, священники караимские, газаны, они преследовались советской властью, как, скажем, Тувия Симхаби Либибабович, которому пришлось из-за этого переехать в Египет. И в Египте он возглавил там караимскую общину Египта в Каире. То есть, в принципе, караимская религия, она все-таки существовала как-то в семьях, да, в семьях, которые хотели поддерживать караимскую религию, которые еще соблюдали праздники, какие-то обычаи. Ну, я так скажу, что до конца 30-х годов есть еще мужчины, которые были обрезаны. То есть кто-то занимался и обрезанием, кто-то делал обрезание, несмотря на все запреты советской власти. Вот. Ну, уже начиная с 40-х годов, я как бы уже не нашел обрезанных мужчин. То есть уже видно, этот запрет уже очень стал сильно влиять на внутренний уклад караимской общины, о караимских семей, будем скажем так, потому что караимская община как бы уже, как община, которая была до этого со всеми религиозными институтами, с храмами, то есть она, можно сказать, уже в 20-х годах перестал существовать вот такой институт, как караимская община в религиозном плане. С 2000 года я работаю уже в карымской общине Ашдода в качестве газана, в качестве помощника городского рава караимского. То есть, в принципе, вот с 2000 года уже работаю, как бы досконально уже изучаю религию карымскую и все остальное. Но нужно добавить о том, что в 97-98 году, 99 году я работал с главной редакцией национальных меньшинств Украины, которая находится в Киеве, или находилась в Киеве, я не знаю, какая сейчас судьба ее. И совместно с этой главной редакцией я выпустил сборник караимских сказок. Вот такой сборник есть, который вышел в 2002 году в Киеве в тираже 300 экземпляров. Всего 300 экземпляров, этот тираж в основном был распределен по библиотекам украинским. Вот. И довольно-таки редкая на сегодняшний день книга. Ви говорите, що ви мешкаєте в караїмській общині. Чи є ще в вашій громаді люди з України, караїми, власне? І якщо так, то скільки таких людей? Ну, я скажу так, що караїмські общини Ізраїля, вони були основані в 40-х-50-х годах 20-го століття виходцями із Єгипта. Тобто караїмська община із Єгипта була виселена по политическим причинам, была война с Израилем, и караимов рассматривали в Египте как шпионов, да, шпионов, и, в общем-то, вся караимская община из Египта была выселена в течение 40-х-50-х годов, ну, последние, может быть, 60-х годах переехали. Вот, так что вот эти вот караимские общины, которые существуют в Израиле, они в основном их представители – это египетские караимы, которые приехали сюда в Израиль в 40-х, 50-х, 60-х годах. И кенасы, которые были построены здесь, они, собственно говоря, и были построены в эти же самые годы. То есть, когда я сюда приехал, тут не было никого из русскоязычных. Моя семья как бы первая влилась в караимскую общину. Хотя караимы, конечно, переезжали, воспользовавшись правом репатриации, то есть на караимов право репатриации
распространяется, и многие карены также из Крыма, из бывшего лагеря Советского Союза, они также приехали. Но поскольку они приехали не по религиозным причинам, а по экономическим, скорее всего, то есть как бы их меньше интересовала карымская религия, то есть, поэтому они как бы расселились по разным городам Израиля. Дело в том, что карымские общины, они не находятся во всех городах Израиля, находятся только в определенных местах. В Израиле на сегодняшний день есть около 13 карымских кеназ. Самые большие общины – это в Аждоде и в Рамле. Потом есть карымская община в Кирьят-Гате, в Ришон-ле-Цион, в поселениях Ранен, Маслиях, я еще не сказал, в Бершеве есть карымская кеназа, в Бат-Яме, в Иерусалиме, естественно, самая древняя карымская кеназа, которая существует там с 9 века. Еще Анан бен Давид построил эту кеназу, это считается историческим и самым древним культовым зданием караимов всего мира вообще. То есть караимы всегда поддерживали эту кеназу, и, вот скажем, караимы Крыма, Литвы и Польши, они даже специальная статья была пожертвований на Иерусалимскую кеназу. В течение вот этих 16, 17, 18, 19, даже 20 век поступали пожертвования на Иерусалимскую кеназу из общин Крыма, Украины, Литвы, Польши. И эта кеназа, собственно говоря, и содержалась вот этими карымскими общинами Восточной Европы. Вот. Ну, после этого, когда мы говорили, вот эти все институты религиозные, они были закрыты, начиная с 20-х годов, то и финансирование это прекратилось, и, значит, там в Иерусалиме продолжала жить карымская семья Синани, которая была родом из Крыма, и во время израильско-иорданской войны они покинули и взяли в плен, я так понял, Иордан, но после войны эта кеназа была возвращена караимам, но новоприбывшим, которые прибыли из Египта, и постепенно это кеназа была восстановлена. Сегодня она очень в таком хорошем виде находится. Там проводилось много ремонтов, и она в общем очень даже прилично в виде сегодня находится. Можно ее посетить. Там есть Карымский музей. Там проводятся богослужения по праздникам. В отличие от этого, то есть в самом Иерусалиме там очень мало караимов, поскольку вот этот район, еврейский квартал, там почти нету караимов. Если есть караимы в Иерусалиме, то в других районах им очень далеко туда ездить. А караимам, скажем, в субботу нельзя ездить на транспорте, и поэтому это ограничивает их посещение кеназы по субботам. Но в других городах, таких как Аждот, Рамле, богослужения проводятся каждый день, утром и вечером, естественно, по субботам, праздникам. Но не менее двух раз в день проводятся богослужения в больших общинах. И, ну, естественно, в Бершеве, в Бат-Яме также проводятся богослужения ежедневно. В их общинах только по субботам. Но это зависит, конечно, от численности карымской общины. Вообще караимов в Израиле насчитывается около 40 тысяч. Но опять-таки это в основном египетские караимы, выходцы из Египта. Ну, на сегодняшний день я думаю, что около 1000, наверное, караимов, и есть также и выходцев из Советского Союза бывшего. Но опять-таки почти нет караимов, которые ходят в караимскую общину, которые ходят в караимские кеназы в Израиле. То есть основная часть караимов, они неверующие или даже атеисты. Вот как-то так. Дякую вам дуже, пане Авраме, за цю розмову. Мені лишається лише вболівати, тому що я свідома того, наскільки важко часом займатися тим, щоб відроджувати свою культуру, повертати її, сприяти видавничій справі і робити все те, що ви робите. Тому мені лишається лише побажати вам успіхів у тому, сили і подальших просувань, так би мовити. Дякую вам. Дякую вам.
Ви слухали програму зустрічі на громадському радіо, яка виходить за підтримки канадської неурядової організації «Українсько-єврейська зустріч». Мене звати Ліза Цереграцька. Слухайте, думайте. Зустрічі на громадському радіо. На громадському радіо.